году ребята работали в экстренных условиях пандемии. Трудности родили сверхвозможность. Впервые команда Uniqlo участвовала так плотно, и все получили наставления. Дальше студенты работали над эскизными проектами, получили фидбэк от команды, и только потом получили вещи и продолжили свою работу. Все вещи выполнены по такому принципу, что их можно собрать и ничего не оставить после себя, то есть собрать и унести. Так же, как и собирать мусор, собирать все-все-все и не оставлять ничего после себя. Это проект, соединяющий в себе тему sustainable дизайна, тему национальной идентичности. У меня используется армянская техника плетения кружева. Сделала нити, которые воплотились в такое прекрасное платье. Это мой проект, который называется 1000 Folds, и он вдохновлен традиционной техникой оригами. Я складывала цветы оригами из переработанной одежды Uniqlo,